И всем привет, дорогие друзья, с вами Диман из Диман Покемон, как всегда, отличное настроение. И все просили, чтобы мы записали карту хоррор. Диманчик, поздравайся. Всем привет. Карта называется Madhouse. Значит, означает, что нам немножечко не повезло проходить ее. Да, не повезло. У карты 5 звездочек, поэтому, надеюсь, будет страшно. Диман, уже гром идет, дождь капает, туман на улице. Не, я не слышу, секундочку, у меня просто звуки были выключены. Понял. Так, кстати, тут я заметил, что сразу мы на площадке на какой-то, и тут туман. Ну, это улица. И нас оградили сеткой. Димон, туалет не надо. Ай-яй-яй, подожди, где ты, где ты? Так, это что у нас такое? Туалет. Ух ты! О-о-о, видел? Прикольно. Вот, это мне уже нравится. Это как психушка какая-то. Смотри, а что это тут случилось? Видел, видел, Димас, там челик сидит на потолке. Чё там делаешь, пройду, чувак? Дай пройду. Давай, о, привет, а как ты там сидишь? Как тебе, не холодно, не? А, наверху ж воздух теплый, поэтому ему тепло. А, подожди, я думал, это сначала лампочка-подставка. Это, получается, на проволоке висит лампа. Да-да-да, это типа потолок. Мы сейчас на потолке, Димас, находимся, понял? Так, закрывай дверь, там мне интересно. Так, тут есть кто-то? О, есть, походу. Так, а кто там? Ящики. Ящики, ящики тут, Димас. Ни ключей, ничего? Кстати, очень странно. Нас закрыли. А, нет. Ой, мужики, открывайте. Так, Димас, давай будем аккуратно, настороженно идти. Ребята, если кушаете и пьете, приятного аппетита. Да. Скример будет? Печенюшки с чайком. О, а как это я не упал? Вот мне повезло, просто повезло. Блин, классная карта, смотри, как круто сделано. А, она вниз? Да, типа, знаешь, типа ходишь здесь. А, там лазеры, да-да-да-да-да. Диман, я иду. Там, есть. Нам точно вниз надо спускаться? Да-да-да, я здесь тебя жду. О, там челик стреляет, что за... Ай-яй-яй, челик, тихо. Это ты чё, РПГ? Да, ну блин, он мне мешал проходить классную карту. Смотри, Диман, здесь какой-то паркур какой-то странный. О. Там пустота, я сразу понял, что там пустота. Так, давай, тихонечко. Помаленечку. Еще ниже есть. Нет, ты за мной не идешь на паркур? Иду, нет? Иду, просто там ниже было. Тут стена упала, Димас, смотри. Стена просто взяла и упала. Так это получается обманка? Офигеть, прикол. О, садись. Это наркоманский какой-то этот. Так и называется Madhouse, Димас? Да, да, да. Мэтт это безумный, а хаос это дом. Получается, безумный дом. О, тут что-то это плохо полы залили криво бетоном. Мне кажется, тут совсем криво залили. Пацаны, что-то это видно сразу, жамшат и румшут. Румшут! Да тихо, мужик, ты чё? На, падла. Еще один челик. Вообще нам давали пекарь, я буду с пистолетов стрелять. Понятно. Димас обошелся гранаткой. Так, ну давай, ладно, пойдем потихонечку. Офигеть. Какие-то звуки стрёмные. Смотри. Мужики, вы что-то полы плохо ремонт сделали. А вы по уровню делали? Ну вот, да, по уровню. Вот так делали. Это должно вровень или выпирать? Вровень выпирать. Да-да-да. Ребята, ставьте лайк за хороший хоррор. За хорошее настроение в хорроре. Реально, как так могли сделать дом? Ну это понедельник, вторник, среда, четверг. Пятница. Ого. А что меня перенесло куда-то? Давайте тэпну. Ого, я возле тебя, Димон. Да. Это комната Ого, прикольно. Крутится. А сейчас, кстати, тут опасно очень. Давай аккуратно пойдем. Димон, давай. Мы первый раз такой с тобой хоррор прикольно проходим. Да. Так, все, Димас, я перешел. Такой вахханалии еще ни разу не было. Димас перелетел просто. Да я там чуть-чуть подупал. О, доктор Брин, как дела? Нормально, у него все. Давай внизу походим тут, исследуем, что там. Давай, 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 спускайся вниз. Оп, так. А по-любому вниз. О, ящик есть тут, но можно только сломать и все. Тут капуста растет, не надо? Не, не, спасибо. Так, нам, по идее, надо паркурить туда. Вон, к доктору Брину пошел я. Как-то ветер дует. Там кто-то летает! Где? А вон там в комнате, вот там дальше тогда смотрю, там пролетела какая-то штуковина справа налево. Тебя не волнует то, что тут комната сама летает, нет? То, что там челик пролетел, мне кажется, все равно. Да мы чуть-чуть тут проходим.
Тут вороны вообще, этот... Ой, шкафы! Идите отсюда. Прикольная ворона, давай мы... Вот туда что-то полетело, штуковина. Дима, тут тоже неправильно ремонт сделали. Ой-ой. А, это мы по стене? Ай-яй-яй-яй-яй! Дима, смотри, стена двигается. Тихо-тихо-тихо. Что такое? О, Димон, ты у тебя вещи кто-то поворовал, вот они. Я думаю, почему у меня мебели нет? Вот твой черпак любимый. Вот моя вся мебель, вот моя... Ах ты, Лабухин! Хорошо. Ой, я сейчас никуда допрыгну. Сейчас допрыгну, Димон, смотри. Давай. Прощай. О, едем. А, это лифт. Так, 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 так. Опа-на, пацаны, давайте. Мужики, не спешите. Давайте сражаться. Ну чё, пацаны, вы какие-то дряхлые. Блин, Дима с нас больно. Да чуть-чуть есть. Так, я с револьвером пойду. У них, кстати, броня очень это, такая жесткая, сильная. Какие-то непростые, не могу. Давайте, так, идите сюда. Захилимся, стой, давай захилимся. Да 91 хп, Нешкин. А у меня-то мало. А, понял, так, я гранату еще кинул вот здесь. Ого, смотри, что здесь. Это типа вокзала, что ли? Прикольно. Одна так, комната, так, прикольный так. Второй вообще. Камыши какие-то растут. Капуста, как я говорю. Поезд едет. Поезд. Ого! Так рядом, как тебя оно не сбило? Ок, тебе повезло. Какие ты такой садишься, а тут поезд перед тобой прям вылетает. Что за ступеньки, туда идти не могу. Это какой-то вообще сумасшедший вокзал вообще. Для неадекватов вообще каких-то. Так, а что здесь? Я бы тут не проехался бы никогда. Тут карта заканчивается, я поломал систему. А может так и надо? Не, даже я же не удивлен, что там карты нету. Тут вся карта такая. Так, давай до поезда подойдем. Может в поезд надо зайти? А, кстати, да, нам скорее всего надо сюда. Мужики, открывай... Те а ворота. Чё? А меня убило. Ты пехник себе, Димон? А, меня тоже убило. А чё мы сначала начали? Я не знаю. Классно. А если вот там прилететь к кубику тому? А, нет, туда не получится. Давай. Можно было, кстати, тут еще ниже спуститься. Вот, вот сюда хочу, да. Во-во-во, о, привет! Джимен. Это Джимен, точно. Только он какой-то... Он, знаешь, чуть-чуть испаряется даже. Синий немножечко. Мы просто не все секреты осмотрели этой карты, сейчас будем еще... Я ниже, Димон, был. Там ничего нет. Ты просто умер, Димас. А я тоже. Может, ты пехнемся к поезду туда, полетим? Так, а если вот это удалить дверь? А, тут тоже какая-то фигня происходит. Вот тут поезд, и мы должны были сюда пройти. Куда сюда? Сейчас, Димончик. Ого, тут еще куча... Ого. Карта 3 мегабайта весит, да тут куча всего. А ну ты бэхнись ко мне. Так я уже на этом вокзале, Дима, смотри. Да? Давай как-то попробуем тут пройти, может? А что там вообще как-то по сюжету? А, не, нельзя пройти. Проходить? Так там еще какие-то фишки есть, там какой-то лифт я видел спускается. О, Дима, тут еще что-то есть. А, это роб просто. Сейчас найдем. А вот давай посмотрим, что там. А, там нельзя. Вот, блин, туда. А? Да, печально. Ну, по сути, это как концовка, не пойму даже. Да что. Нет, там еще есть дальше. Давай попробуй пролететь. Давай, я пролетел, Димас. Во, смотри, Дима. Может кнопки нажать надо? Мне кажется, знаешь... Во, что? Я нажал. Ой-ой-ой-ой-ой. А, мы отключили этот кубик, помнишь? А, вот на экране щит пропал. Только, Димас, ты в ноуклипе, я к тебе тэпнуться не могу. Гоу, то не работает, я не могу к тебе тэпнуться. Ой, я умер. Вот, ну, давай, вот ко мне. Димас. Все, погнали к кубу этому. Погнали. О, я около кубика. Так, погнали, в него зайдем. И? Хорошее что-то там. Хороший кубик, спасибо, пацаны. Выходите отсюда, Дор. Не работает. О, сработало. О, а где это мы? На потолке. Пацаны, давайте на нас на низ, то мне некомфортно. Ого, штыри! Комната сжимается, Димон, прощай!
Нет, я хочу. А что надо было делать? Я не знаю. Ехидные друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.